Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братук, и мы с тобой продолжаем играть в Zombie Catchers, охотники на зомби. Ребята, перед началом обязательно поставьте лайкос, вам вообще заходит эта игрушка, мне очень-очень приятно. Ребята, если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал, а мы с тобой продолжаем. Мы продолжаем, и, конечно, берите вкусняшку обязательно, потому что, блин, смотря на эти... смотря на зомбиков, как-то не очень это, блин, выглядит-то хорошо, ребята. Я вам скажу, мне это не нравится, но, блин, вот эти клевые названия всякие различные, они довольно прикольные. Так, зомбовыжималка... Так, стоимость одной порции, общая прибыль. Это, конечно, все надо, друзья, улучшать. Это обязательно. Вот тут очень-очень редкие, друзья, вот эти зомбачки. Фиг их еще и найдешь, но улучшение 2000. Нам, по-моему, да, нам как раз и надо улучшить. Пока что пусть денежки у нас фармятся. Мы с тобой посмотрим обнаруженный зомби. Все, пора транквилизатор. А это на 15 уровне, то есть у нас будет вторая модель, ребята. Это супер. Это круто. А мне вот интересно стало, а она будет тоже бесконечной? Ну, в принципе, да, гарпун, он же бесконечный. Так, немного подвисает, это бывает такое, ребята. Так, ну и давай смотреть, что у нас тут есть. К Шреку на болото, блин, пришли, как ты видишь. Давай-ка вот сюда, вот мозгишки. И мне интересно, ну-ка, ух, кстати, он, по-моему, опа, что? Что за гайка? Смотри, он сразу меня запалил. Короче, мне написали то, что вот эти редкие зомби, они, по-моему, ха-ха-ха, готово. Они, по-моему, воруют мозги, то есть вот что самое интересное. А я этого не видел. Поэтому мне очень интересно, как это все будет. Надеюсь, там будет... Блин, там желтенький. Ну, ничего. Так, все. Готово, ребята, готово. Есть. То есть, прикинь, этот засранец берет эти мозги и убегает с ними, драпает. Ну, какой умный. Маленький, но умный. Итак, продолжить охоту, либо кафе. Давай в кафе все-таки сходим. Сейчас у нас хотя бы это... Круто! Ты нашел деталь для зомбовыжим... Так, зачем она нужна? Смотри, тут какие-то, смотри. Шестеренка, болтик. Все детали собраны. Если хочешь улучшить все зомбовыжималки до максимума, отыщи как можно больше таких деталей. Блин, и здесь это... Слушайте, ребята, это, походу, надолго будет. У меня такое есть предчувствие. Улучшить мощность. А зачем, если сейчас будет еще у нас новый уровень? Как-то это... Это как-то странновато, но окей. Так, зомби найдены. Давай посмотрим. Что у нас там еще? Кафе. Вперед, вперед. Мы здесь немножечко сейчас подчистим. И пойдет, ребята. Охота началась. Так, давай сразу же, да, очистим этот уровень от всяких вот этих вот зверят, блин, которые мне мешают очень сильно. Так, подвисла чуть-чуть игра. Ничего страшного, сейчас мы с тобой... Блин, ну это... Так, есть. Теперь мы с тобой попробуем вот сюда вот. Ха-ха-ха-ха. Неплохо, еще плюс x2. Так, готов. И следующий. Заметь, в этом выпуске я наконец-то ловлю уже куда лучше. Делаю x2. Это важно. Так, охотник-любитель. Мы с тобой. 2000 у нас там есть. Так, потихонечку. Замечательно. Вот теперь можем перейти в кафе. И улучшить зомбовыжималку. Да, давай мы ее улучшим. Лучше мне 5000 там уже купить шляпу. Косарь нужен. А тут так вообще... А я за сегодня вообще накоплю столько денег, что мне кажется, это как-то перебор. Так, ну если, конечно, мы не посмотрим рекламу, ребят. Да, вот как оно делается. Если только так. Ну ничего, ничего, ребят, если что, я там смогу вырезать. Тут ничего страшного. Так, обнаружены зомби. Все, мы идем ловить дальше. Сегодня, ребята, я, конечно, постараюсь вам сделать именно хорошую серию.
чтоб не было такого. Так, 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 бачок! Блин, там один уже. Там один мог сбежать. Так, а как ты думаешь, он сбежит или нет? А, хорошо, очень-очень хорошо, он не сбежал. Молодец. Какой же ты молодец. Так, смотрим это. Блин, ну почему не фиолетовый? Так, смотрим, кто у нас здесь будет. Синий. А, нифига, мне показалось, он хотел мозги тоже забрать. Окей, окей. Наловили, блин, партию. Так, кафе. Я, ребята, кстати, расскажу. Ух, я знаю, что, ребята, вам сейчас рассказать. Тут пока идет у нас отжим, да? Пусть и тут идет потихонечку. Пока у нас ищутся. Ребята, представляете? Да нет, давай, наверное, сейчас подождем. Сейчас давай-ка подождем мы с тобой. Так, все, ребята, мы с тобой продолжаем. Я все очень просто сделал. Я два раза, сейчас вниз, вот эту зомбовыжималку использовал. Просто посмотрел рекламу и хопа, у нас на счету уже 2800, ребята. Но это нужно. Нужны нам эти денежки, потому что, как ты видишь, финиш нау, да. Дело в том, что... Так, давай, зомби найдены, обнаружены зомби. Все, погнали ловить. Сейчас немного половим, но нам денежки нужны. А мне денежки нужны. Ай-на-на. Опа! Поймали. Так, отлично. Что у нас дальше? Да блин. Опа! Оп! Блин, вообще хорошо так получается, ребята. Мне очень нравится. Вот этот фиолетовенький. Ну. Да блин, почему он мозги? Так, тут X3. Круто. Может, тут фиолетовенький будет? Ну, пожалуйста. Нет. Засранец, а, гребаный. Чао. Все. Денежек у нас уже 3000, ребят. Здорово. И сейчас у нас, наконец-то, пойдет производство пирожное. Пирожное, мороженое. Блин, как же это хочется, ребята. Прям вообще капец. Так, продолжить охоту пока не надо. Давай посмотрим. Все, начинаем. И сейчас мы с тобой купим шляпу. Она дает нам монет при охоте на зомби. Покупаем. Теперь он круто выглядит, наш братишка. Так, и как же... Да, придется, наверное, все-таки вот так вот сделать мне, потому что надо накопить, ребята, 3000, а это просто так уж не сделать нам, чтобы улучшить мощность. Видишь, 3500. Ну, по сути, косарик, вот, ребята. Так, обнаружены зомби. Мы с тобой идем их ловить прямо сейчас. Блин, посмотри, просто чистый ковбой. Давай, брат, как будто на охоте. Мы аккуратно так лапочками передвигаем. Осторожненько. Опа, на бревнышко, да. Да, это оно, это то место, друзья. Смотри, они прям... Я, кстати, на задний план толком никогда не смотрел. Посмотри, там какие-то грибы... Чисто здоровенные. Дядь, да ты можешь на грибах целое состояние так-то сделать. Посмотри, блин, какие мышка. На! Да блин, мы вообще настоящие охотники, смотри. И зомби, и летучих мышей, я не знаю. Их тоже можно на вертел. Один... О, нифига себе, слушай, вправду, не обманули. Ковбойка делает свое дело. Оп, 11. 11 монет, а было, по-моему, десятку, да, давали? Так, давай смотреть, кто у нас там. Синий, желтый. Все, куда ты побежал, блин? Это для людей. Хотя фиг его знает, может там... Может это... Ну, зомби, откуда же они появляются, ребята? Это же люди. Это же как бы люди. Вот может это я там вот синим... Не-не-не, зелёв позеленел. Сейчас я покажу вам, ребята, где я. Сейчас. А, кстати, если вот сделать вот так вот... Все повылазили. Ох. Так, смотри, он там... Смотри, он что вообще творит? Это я, ребята, я не ем мозги, я их просто молотком хреначу, ты видел? Он их не ел, он просто что-то бум-бум-бум, мозги.
папуаса, блин. Так, хорошо, кафешечка, 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 уже улучшить мощность. Так, 2600, а слушай, в принципе, быстро как-то у нас тут получается, 2 минутки. Так, давай, давай, 200, неплохо, неплохо. Да я думаю, мы с тобой сейчас даже сможем как-то... Вот... Проблема, видишь, в чем? 180, дядь, ну за что ты такие цены гнешь? Че он такие цены гнет, ребят? Офигеть, уровень 20. На 20 уровне что-то будет... А, там просто можно забирать зомби. Требуется 18 уровней. Слушай, нифига себе, мы можем быстро так прокачаться. По идее, 2 минуты. Так, что у нас тут творится? Шо... Да блин, не туда, не туда ты ушел. Не забудьте, ребят, конечно, подписаться и поставить лайкосик. Мне будет очень-очень приятно. Итак, кафешечка. Дрон, давай в кафе зайдем. А, ждут уже, когда же у нас новая партия. Тут на 14-м, то есть следующий уровень, что-то уже новые зомби появятся. А нам нужны новые зомби, да, ребята. Определенно, 2800. Ну, потихонечку, потихонечку. 46 минут, офигеть. Так, тут сатен, тут 760. Короче, погнали ловить новых зомби, ребят. Чё я тут... Попробуем их... Так, а давай-ка сетим... Или нет, транквилизатором. Да, вот что-то, знаешь, что-то особенькое хочется. Вот такое вот. Ну, это прикольно. Вот это грибок. Не, реально, можно гриб. О! Офигеть, можно гриб проткнуть. Смотри, как он. Тихо, 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 тихо. Мы как будто на Диком Западе. Никто не стреляет быстрее меня. Так, поменять оружие, ребята. Вот, транквилизатор. Ну-ка, кто там? Блин, два синих. На! Минус. Прям писюн. Спят усталые ребята, забирайте, на-на-на-на-на. Мы как будто, не знаю, каких-то алкашей забираем, пацаны, реально. Так, стоп, а это что, летучая мышь, куда она улетела, эй? Мы реально как будто алкашей, пьяный батя. Давай еще одного кого-нибудь такого, блин, тут их двое. Так. Гарпун. Ух, нифига он! Так, батя! Прям в жопку! Бать, засыпай, храпи, спи! Да-да, бать, заснул все-таки. Так, забираем эти штуки, транквилизаторы, мы прям... Ну давай, вот чисто сегодня транквилизаторная охота. И звери, так сказать, не это, не страдают. На! Отлично, хорошо. Нифига себе, мы уже 300! И не надо, блин, ждать! это хорошо, друзья. Я что-то смотрю как-то. Чуть-чуть не хватило. Так, и уже зомби найдено, отлично. 3300. Так. Пацаны, давай посмотрим, что мы с тобой можем сделать. Пам-пам-пам-пам. Угу. Все, сейчас пойдет на лад, но я думаю, мы сейчас последнюю охоту, и у нас будет уже улучшение. Да, ребятки, отлично. Давай. Братишка, 2 минуты 41. Так, сетемет. Возьмем сетемет. Сейчас с сеточкой походим немножечко. Это, ребята, неплохо. Так, поменять оружие. Двое. Во-первых, надо обстановку посмотреть, ребята. О, здесь сетемет прям пригодится. Прям как вот как нужно. Такое чувство, что ребята, они там пердят, что ли, или чё? Почему они там скрываются вообще? В чем прикол? Почему они не в домах или... Где? О, круто мы его! Блин, надо! Ой-ой-ой, пацаны, тихо-тихо-тихо-тихо! Да куда ж ты? Вот не прощу, если там крутой зомби какой-то. А, синий. Ну, синий такой себе. Ладно, ладно. Что-то мы с тобой с него получили. 3400 у нас есть. Не, уже все, все, ребят, мы сейчас пойдем. Да блин, я все жду. Знаешь, когда там фиолетовый именно украдет мозги. Я, блин, хочу посмеяться, посмотреть на это. Мне просто написали в комментариях то, что отойди подальше, и он будет бежать. А вот... Не хочет, не хочет. Стесняется, засранец, стесняшка.
О, дядь, все, мощность есть, новый уровень. О, мороженое, блин, я обожаю мороженое, ребята, блин, это вообще клево. Плутоний также у нас. Вау, у них, смотри, какой крутая вывеска появилась, ребят. Ну сейчас мы вообще будем здорово работать. Купить две штуки стоит, и при том тут надо фрути. Дорого, два косаря. Но, друзья, ничего. Мы сейчас с тобой быстренько поймаем, наловим их. Я знаю, как сделать, ребят. Продать что-нибудь, продать товар, улучшить веревку. А, кстати, погоди. Магазин, экипировка. Это же гарпун модель 1. На 15-м немного, ребята, ошибся. На 15-м дают. Угу. Так, давай, зомби найдено. Давай, братишка. Мне знаешь, как надо, чтобы точно накопить? Мы с тобой сейчас... Кафешка. Кого мне надо? Давай посмотрим. Мне надо, получается, 2 зеленых и 2 желтых. Наружены зомби. Ловить зомби. Все, сейчас пойдем. Итак, троица тут у нас. Кто там? Ох, не даете вы мне 3х сделать, ребятки. Чисто не даете. О, ну... Нифига себе он... Не, слушай, он нормально скачет. Ну, такой редкий жопик. Как попасть-то, блин? Во, попали, отлично. И последний. Пожалуйста, пусть будет это как раз фиолетовый. Но нет, не везет мне. Так, немного. О-о-о! Что, блин, ты это видел вообще? Офигеть, что вообще? Это что было? Ты это видел? Это баг был, офигеть, ты это видел просто, блин. Дурацкие, почему? Если бы там были обычные зомби, ты понимаешь, что бы это было? Ты понимаешь, бро? Мы бы сразу поймали целую тучу нафиг. Офигеть, не, дядька, мне надо сейчас фиолетовых и синих поймать, поэтому... Не, так дело не пойдет, мы сейчас с тобой... И желтые мне нужны тоже. Ну ладно, сейчас мы с тобой... Я думаю, поймаем, да? Зеленых нету. Тут зеленые и желтые нужны. Я просто офигел. Ты это видел? Сколько их там повылезало? Офигеть. Багуем. Сегодня мы с тобой багуем. Вот хотя бы деревянные были бы, мы бы там словили. А так получается, видишь, непонятно. Ну это пипец. Так, бабки. Там еще лежат. Наконец-то! Ах ты засранец маленький! Да он потащил, офигеть! Нифига себе, он пред... Я его поймал, ребята, сегодня клевая серия. Пожалуйста, поставьте лайкос. Это прям супер. Круто. Так, ребят, сейчас мы с тобой посмотрим. Блин, это все... На самом деле, пока сейчас 2000 мы накопим, пока сделаем. Но, в принципе, в следующей серии можно это сделать. Ребят, я думаю... Так, сейчас. Или лучше в этой серии. Сейчас мы, по идее, накопим. Да я думаю накопить. Ребят. Чем мы с тобой, в принципе, будем сейчас отказывать, да? Так, поиск через 18 секунд как раз будет. Да я думаю, так можно, да? Два этих нужно. Два синих. Два зеленых. Да я думаю, зеленого сейчас найдем.
Угу, зомби найдены. Синие. Синие тоже найдутся. Найдутся. Так, 640. И этот найдется. Ладно, пусть пока у нас все тут делается, ребята, пусть делается. Все равно же сейчас найдем. Че я, блин, че я прям так как-то такой экономлю, такой думаю, не-не-не, этих зомби оставлю, ребята. Так, все, теперь можно синенький. Оп, это хорошо. Это очень хорошо. И теперь целых 4 тут. Засранец какой! Оп! Ну я словил его, я словил этого засранца. Все, отлично. Зеленый. Так, зомби Путоний. Отлично, кафешечка. И у нас уже 2000, ребята. Вот, а какая, блин, следующая серия? Че я такой сразу сказал, да? Непонятно, такой думаю. Или вдруг в следующей серии сделать. Все, мы покупаем с тобой, и вот это круто. Мороженка, да? А сладкая вата, блин, какая мороженка. Ням, сладкая вата, кто мог предположить, что зомби такие сладкие и воздушные? Главное помни, что мы не какие-то там торговцы конфетками и сладкой ваткой. Мы воротилы крупного бизнеса. А-а-а, блин, офигенно, блин, ну так одного не хватает. Продать товары, улучшить веревку. А сколько, кстати, улучшить веревку? Угу. Но нам надо хотя бы вот запустить производство, чтобы посмотреть. А это через минутку будет. Ребята, давайте сейчас немного подождем. Хотя... Но оно, получается, вот так вот выглядит, ребята. Так что... Ну, блин, мы ее, наверное, в следующей серии, я думаю... продадим, так что не переживайте. Ладно, ребят, я думаю, просто вот сейчас долго ждать, это пока сможем мы половить или не сможем наловить такого зомби. Поэтому, ребята, в следующей серии мы, я обещаю, ребята, мы новый гарпун откроем как раз. Чем, блин, этого улучшаем? А, он, получается, максимально будет. И следующий сразу, офигеть, 16, офигеть, тут сколько всяких зомбаков, офигеть, ребята, это просто супер, это просто офигенно. Ребята, если вы ждете, обязательно поставьте лайкочек. На этом мы будем пока что заканчивать. Бай-бай, дорогие братишки.